Важкі ноги, набряк, біль в ногах? Гінкорфорт – для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт – щоб ваші ноги були легкими. Сашка, я знаю, что подумала? Может быть, поедем на какую-то экскурсию? Ну, посмотрим, как жили турецкие султаны. Викусь! Я на прошлой неделе в Кончезаспе был. Забор там красил. Такой 6 метров на 3 километра. Так вот я тебе скажу, что турецким султанам до наших рядовых депутатов, как Лёшке до пенсии. Это точно. Ой, хорошо, что мы в этом году в Турцию поехали. Да. А не как обычно, пансионат «Буревестник» в Бердянске. Ну, в этом году Турция реально дешевле. Давай выпьем с тобой за наш безмятежный отдых. И хорошо, что мы взяли с собой бабушку. Да, да. Вот она за Лёшкой присмотрит, и у нас будет с тобой, ну, как бы второй медовый месяц. Мам, пап, я на море. Да, хорошо. А где ты бабушку потерял? Бабушка в ресторане. Ведет себя как муравей. В смысле? Ну, она пытается унести еды в 50 раз больше своего веса. Ура! Я дожила! Дожила! Коммунизм! Ну вот, Викусь, и закончился наш медовый месяц. Бабуля, чего вы орете? Да я коммунизму радуюсь. Все бесплатно. Мы ж в Советском Союзе его 70 лет строили, 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 строили. А он в Турции построился. Бабушка, это называется не коммунизм, а all-inclusive. All-inclusive? А нахрена мы в Советском Союзе коммунизм строили? Надо было сразу all-inclusive строить. А вы это у товарища Сталина спросите. Он же сейчас здесь, сюда переехал. Мне бы хотя бы одним глазком взглянуть бы, а? Бабулечка, ну он же шутит. Да умер ваш Сталин, умер. Запомни, Сашка, Ленин всегда молодой, а Сталин всегда живой. Вот. А турки молодцы. И в Бога верят, и коммунизм построили. Молодцы. Ты представляешь, если бы мы ее в Египет повезли? Она, во-первых, бы офигела от египетского коммунизма, а во-вторых, бы офигела от количества мавзолеев там с вождями. Слушайте, а что вы меня раньше сюда не привозили-то, а? Ой, я поняла. Наверное, здесь раньше только члены политбюро отдыхали. А теперь и простым гражданам разрешили, да? Это ж была забота о населении. Вы представляете, в то время вас сюда... У вас бы сердце остановилось. Я, наверное, здесь и умру. Мне уже кто-то в номере белые тапочки оставил. Ну, бабушка, ну не говори глупостей. Белые тапочки они кладут в каждый номер. Что это? Того это. А что у тебя в пакетах? А, ну как что? Еда из столовки. Вы это... Посторожите, я еще схожу. Ты что, бабуль? Стой, куда ты? Куда? В столовку. Через полчаса коммунизм закрывается. Да вы, зачем вам столько еды? Ну. Ага, вот оно, поколение супермаркетов. Еды много не бывает. Сейчас пойду, а то халява может закончиться. Да не закончится халява, ну что вы начинаете? И тут бесконечный коммунизм. Можно и позавтракать, и пообедать, и пополничать, и поужинать, и поздно поужинать. Тут даже ночью пожрать можно. И завтра? И завтра. И послезавтра. И послезавтра. До конца отдыха. Это ж сколько пакетов надо? Бабушка, да не... Ну что ты, ну зачем пакеты? Никуда еда от тебя не денется. Вот, нам также про рубли на сберегательной книжке говорили. Точно так же. Не волнуйтесь, граждане, никуда от нас они не денутся. А потом кукиш, кукиш, на куси-выкуси. Все, нету. Бабулечка, вы успокойтесь. Сходите вон, на баре себе что-то возьмите. Ага, на баре, видела я там. А все иностранное. А кто платить будет?
Что, у них что, и в баре коммунизм, что ли? Ну, конечно. Ой, дед 2 года не дожил. Он же мечтал об этом. Он бы из партии вышел. Он бы ислам принял. Слушай, Лёшка, сходи на бар, принеси мне коктейль с корвалолом. А то бабушка что-то распереживалась. Ой. Бабушка, а тебе корвалол с пепси или с колой? Так, не надо никакого корвалола. Лёшенька, принеси бабушке мохито, а мне апероль шприц. Шприц? Здесь что, и медицина бесплатная, что ли? Лёшка, возьми мне 5 шприцов и запиши на МРТ. Бабулечка, бабушка. Апероль шприц — это название коктейля, понимаете? Ну, это как секс на пляже. Я поняла теперь, как они за эти коктейли рассчитываются. Ну что, я женщина свободная. Уже 2 года. Поэтому могу и рассчитаться. Так, Лёшка, ставь и давай мне помоги пакет собрать, принести. Бабушка, ну я сюда отдыхать приехал. Вот, ребёнка нужно с детства приучать к труду, а то вырастет, как твой оболтус этот. Лёшенька, помоги бабушке. Ну, давай отнесём в холодильник. Ой, Вика, а можно я в твой холодильник еду поставлю, а? А то мой забит консервацией, которую я с собой взяла. Ну, кто ж знал, что я из Конотопа сразу в коммунизме окажусь. Идёт, идёт. Я в твой положу. Викусь, вот мы взяли бабушку, чтобы она за Лёшкой следила. В итоге нам придётся и за Лёшкой следить, и за бабушкой. Это хорошо, что она не знает, что тут фрукты бесплатные. А то бы она уже начала бы закрывать варенье в номере. Вика, где здесь можно банки взять? Здесь фрукты бесплатные! Ба, ну перестань! И крышки алюминиевые. Бабушка! Ой, слушай, я хотел еще спросить, кто такие вот это на пляже эти ходят такие в одинаковых майках, все со свистками, по пляжу возле бассейна, кто это? Это аниматоры. Кто? Ну, они развлекают, помогают, но делают так, чтобы твой отдых удался. Тимуровцы. Слушай, а можно я одного дерну? Зачем? За что? В личных целях. В смысле? Ну, он будет мне помидор крутить на мясорубке, а я сразу закатывать в банки. Ба. Чё мы вообще бабушку брали в Турцию? Надо было её отправить в Буревестник. Там ей всё знакомо, всё понятно. Она там всех знает. Она же без этого своего, как он называется, электрофореза, жить не может. Хотите, пойдите в бассейн, окунитесь. Не, я не буду в бассейне. Тут наверняка надюрил кто-то. Да никто там не надюрил, бабушка. А я говорю, надюрил. Кто? Неважно, кто. Ну и было дело, и всё. Бабушка. Да тебе не стыдно, бабуль? А чего? Я хотела это, а тут же нету МЖО. Тут и не будет МЖО, это Турция. Тут WC, ну, VC. VC? Ну. А VC это другое? Ну, конечно, это роутер, интернет, это... Блин, а я думаю, что у нас целый день интернета нет, а? Слушай, бабулечка, может, ты ляжешь, полежишь, не? Нет, полежать я еще успею. Здесь отдыхать надо. Ух. Напоминаем всем отдыхающим, что сегодня возле бассейна нашего отеля состоится пенная вечеринка. О, класс. Я надеюсь, бабушка этого не слышала. Ты что, думаешь, реально пойдет на пенной вечеринке тусить? Тряхнет там стариной, главное, чтобы у нее ничего не выпало там. Слушай, я не за это переживаю. Пенная вечеринка. Она же начнет все перестирывать.
Да, блин, правильно говорят. Сибирские мужики, по сравнению с твоей бабушкой, это так, детский лепет. Тут ее надолго запомнят. Это точно. А ну пошел, гадина! А ну пошел! Гад такой, а! Сашка, вызывай милицию! Я вора поймала у вас! Я не вора! Я уборка на номерах, постель менять. Бабка лицо мне плюнул, бабка сюда в тюбетейка плюнул. Сказала, первый раз плюнул, во второй что-то сказала, я не понял, навалить. Это страшно. Бабушка, перестань. Что? Это не вор, бабуля. А кто ведь? Это обслуживание номеров. Он пришел поменять постель на чистую. Да. А, врет он, брешет. Зачем постель менять? Мы только вчера приехали. А в буревестнике он вообще не... Никогда не меняли. Да? Гадина. Бабулечка, ну это пятизвездочный отель. Здесь меняют каждый день. Зачем? Вот такой вот беспощадный турецкий коммунизм. Все. Вот, хвалишь его, а он у тебя, гадина, деньги украл. Из сейфа? Нет. С постели. О, доллар. Видишь? Ай-яй-яй. Ага, я увидела, сразу ему по кокам врезала. Ай, коки. Больно кокам, больно очень. Извини, братан, извини. А еще она все мильные принадлежности забрала. А что? Это ж халява, коммунизм. Так, бабушка, быстро верни обратно. Вот. Бабушка. На. Злобина. Коки болят, болят коки. Ба, тебе не стыдно? Что не стыдно? Что у тебя в сумках? Как что? Полотенца подарочные. Какие? Ну, он же нам новые положил. А я взяла и эти старые запхнула. А что, это подарок будет? Большое я Никифоров не подарю на 80 лет, а маленькими уже будем Никифоровному обмывать. Так, бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Возьми и верни все обратно. Угу. И похоронные. И похоронные! И халаты. И халаты, конечно, верни халаты. И сейф. Тут... Что? Шучу. Конечно, верну все. И птицу тоже вернуть надо. Какую еще птицу? Ой. Захожу в номер к вам, а там вот такая лебедь плавает по кровати вашей. Я ее Аркадьевне на юбилей подарю. Она ее в сервант поставит. Бабулечка, это просто полотенце. Это лебедь, дятел. Бабушка, вот это вот сделал уборщик, который приходил менять постель. Понимаешь, он за $1 может все, что угодно из полотенца сделать. Угу. Да? Все что угодно? Да. А может он мне сделать... Ба! Дулю. Вот такую. Я буду в собес входить с ней и тыкать. Эй, миньон! Доллар хочешь? Иди сюда. Вот кошмар какой, а. Слушай, может мы ее на экскурсию куда-нибудь отправим? Ты что? Ну, по Мукале пускай там погуляет, я не знаю, в собор Святого Николая сходит. Да пусть лучше она в отеле сидит. Тут за хулиганство максимум будет штраф. А за порчу исторических ценностей ее могут и в тюрьму посадить. Я свою бабушку знаю и ее любовь к иконам. А ну иди, скотина ты, а, гадина. Васильска. Ну все, Васильска. Бабушка, что случилось? Это кто вообще? Васильте, фрау фон Мервиль. Фраунтон, немца поймала. Сашка, где здесь главный штаб этих коммунистов? Сейчас сдадим его. Да откуда я знаю, где тут штаб коммунизмов? Всяких. Зачем вы немца связали-то, ё-моё? Ну как это зачем? Они всю жизнь хотели коммунизм разрушить. Бабушка, смотрите, сейчас времена очень сильно поменялись. Сейчас турецкие коммунисты, они приглашают немцев к себе в гости. Дружат они. Ага, дружат. Как мы с 39 по 41. Ага. А потом додружились. А ну пойдем, я тебя допытаюсь с пристрастием. Расскажешь мне, где золото рейха. Пошли. Господи.
Когда у твоей бабушки электроэнергия закончится? Ну, послушай, она сейчас привыкнет и успокоится. Она хотя бы перестала показывать корочку ветерана труда, чтобы ее пропускали без очереди. С утра. Стоит возле банана и спрашивает, есть льготные места или нет. А зачем ей банан-то? Она без очков была, а банан большой, желтый. Она подумала, маршрутка. Вот куда ей ехать надо было с утра? Она же сказала, что тут помидоры хорошие. Поеду утром рассады куплю. Она пальму вылезла и кричала. Никифоровна, до 96 годов дожила. Так кокосу и не пробовала. Хорошо, что не убилась. Ага. А как только приехала, все конфеты с ресепшена себе в карман засунула. Говорит, и это Клавдии Петровне сладенькая на поминке. Тебе что, жалко, что ли? Мне? Жалко. Что-то я уже волнуюсь, давненько ее не было. Ба, ты че такая счастливая? Я замуж выхожу. За кого? За Мустафу. Это массажист местный. Ой, как он меня отмассажировал. Ой, и массаж сделал, и шпилинг. Я лет на 40, наверное, помолодела. А еще он массаж делает и приговаривает. Хорошо, Наташа, хорошо, Наташа. Евгения Михайловна, вы же не Наташа. Знаешь, Саш, после того, что он со мной сделал, я готова быть и Наташей, и Андрушей, и кем угодно. Ваш кальян. Мустафа. Наташа. О, кожа как шарпей, вот тут как спаниель, о, Наташа. Наташа. Пока. Мустафа. Зачем я это увидел вообще? Ладно, массаж, я понимаю. Кальян-то вам зачем? Вы же не курите. А кто его курить будет? Ты посмотри, какая ваза красивая. Я ее Никифоровне на юбилей подарю. Она туда цветы будет ставить искусственнее, а? Бабулечка, вы сюда отдыхать приехали? Или своим подружкам сувениры воровать? На что бы не взять, если на халяву-то? Вот, халява, халява, халява. Вот почему у нас так все, а? Вот поэтому к нам так и относятся, потому что мы любим все на халяву. Вот, бабушка, $50 вам. Пойдите в сувенирную лавку, купите вашим подружкам подарки. И не надо ничего воровать, прятать, закапывать. Вот. Я согласна. Согласна. Я надеюсь, ты в старости такой не будешь? Хорошо, что ты вот это вот все придумал. Сейчас она пойдет в сувенирную лавку, накупит там своим старушкам сувениров. Главное, чтобы не потратила на всякие глупости. Да. Потому как соблазнов тут очень и очень много. А, соблазна, да. Саша, Вика! На парашюте не катайтесь! В него кто-то надюрил! Ё-моё, он дал $50 на свою голову! Иди спасай ее, я в бар пошёл! Всё, не могу уже! Бабуля! Всё, до свидания! Дизель-шоу. Женька, как же хорошо, что в этом году мы решили не экономить на отдыхе, а сняли прекрасный номер в гостинице. Да, это ж надо было 2 года приезжать в Одессу, жить в какой-то стрёмной квартире за сумасшедшие деньги. Ну, а еще в этой квартире приходилось за все платить. Ха, а этот ужасный запах жареной рыбы, мне кажется, я до сих пор воняю. А этот сумасшедший хозяин, который постоянно ее жарил, а потом продавал. Жареная рыба! Нет, только не это. Нет. Жареная рыба! Да. Дамы и господа!
господа, разрешите представить вашему вниманию замечательную барабульку. Какой хороший мальчик, Женечка. Давай купим у него рыбку. А мальчик, а почем твоя барабулька? 200 гривен. Ну, за килограмм это недорого. Это за штучку. Что? Мы не будем платить 200 гривен за одну рыбку. Ладно, жадная тетя, только для вас одна рыбка 50 гривен. Маленький спекулянт. Ну ладно, давай нам одну рыбку. Вот. Это что? За 50 гривен вы можете сами поймать себе одну рыбку. Тем более ее здесь уже нет. Мы ее всю пожарили. В кого ты такой умный мальчик, папа или маму? Я сирота. И собираю деньги, чтобы прокормить своих маленьких братика и сестричку. Бедный мальчик. Женечка, давай дадим ему денежку просто так. Давай, мальчик, вот тебе денежка за то, что ты такой хороший мальчик. Жареная рыба. Жареная рыба. И снова здравствуйте. Как вы видите, мое здравствуйте для старых знакомых бесплатно. Женя, третий год, этот кошмар. Сыночка, как идет наш семейный бизнес? Подождите, какой сыночка? Ты же сказал, что ты сирота. Ну, такое. Это грамотный маркетинговый ход. Солнышко, ты уже предлагал этим людям нашу рыбку? Да, папа, но они решили взять удочку. Правильно. Главное, чтобы они теперь не сорвались с крючка. Граждане отдыхающие, не заплываем за буйки. Кто утонет, штраф 200 гривен. Купите чистый одесский воздух. Всего за 200 гривен. Мы не поведемся на ваш старый одесский развод. Вы третий год приезжаете в Одессу. Поверьте мне, вы не разбираетесь в старых одесских разводах. Солнышко, кстати, как там моя денежка? Вот, папа, мой долг. Что, вы даете своему сыну в долг? Да, и заметьте, без процентов. Я должен отцу за квартиру. Что? Вы своему сыну сдаете квартиру? Не всю, часть. Он построил маленький домик из картона и живет в нем. Так за что тогда платить? Но это же папина земля. Так, все. Слушайте, разбирайтесь со своим сыном сами, мы пойдем на другой пляж. Да. До свидания. Стойте. У меня для вас есть уникальное предложение. Пляжный all-inclusive. А это как? Вы платите 100 гривен с каждого и отдыхаете здесь весь день бесплатно. И все бесплатно? Все включено. Нормально. Недорого. Давай. Так, пожалуйста, нам на двоих. Вот, пожалуйста. Хорошо. Вам нужно еще доплатить за лежаки. Ну, вы же сказали, все бесплатно. У меня да. Море бесплатно, солнце бесплатно, песок бесплатно. А лежаки входят в сферу деятельности моего сыночка. Ах так, тогда я на песочке полежу. Тем более, что я за него уже заплатил. С вас 100 гривен. За что? Я вам скажу, где на этом пляже нет какашек. Теперь придется в море идти купаться. Не советую здесь купаться, здесь море очень грязное. А где чистое море? Это платная информация. За 100 гривен я вам... покажу, где море чистое. Спасибо. За такие деньги нам эта информация не интересна. Вот. Нет, Женечка, чистое море это очень важно. Заплати ему. Ладно. Показывайте, где ваше чистое море. Вон там. Где? Вон там Египет. Там море чистое. Кораллы, рыбки. Издеваетесь, да? Женечка, не давай ему больше ни копейки! Ни копейки не получите больше. Как вам не стыдно? Я собираю на образование. На образование? Да. А где он будет учиться? У самого лучшего и дорогого учителя. У своего папы. Поймите, мы хотим спокойно отдохнуть. Без вас, понимаете? Мы хотим посмотреть на море, послушать чаек. За чаек надо платить. Мы не будем платить за чаек. Вы слышали? Они не будут за вас платить.
Ты видела, они разлетелись. А, да. Конечно, им тоже хочется кушать. Переодевалка 50 гривен. Подержать полотенечко 20 гривен. Посмотреть на жадных и голожопых 300 гривен. Ладно, ладно, я понял. Давайте я вас что-то куплю, чтобы вы от нас отстали. О. Купите лекарство для желудка. Мальчик, нам не надо лекарство для желудка. А вы уже пробовали нашу рыбку? Немножко. Я вам очень рекомендую, купите лекарство. Нам не надо ваше лекарство. Ну ладно, не хотите лекарства, купите рапанов. Они тоже хорошо чистят. Купите еще панаму за 200 гривен. А то голову напечет и начнете бредить. Мальчик, какая панамка за 200 гривен? Мы в Одессу приехали вообще-то экономно отдохнуть. В Одессу экономно отдохнуть? Ну вот вы уже и бредите. Так, послушайте, почему мы за все должны вам платить? Просто сейчас такое время. Называется курортный сезон. Курортный сезон? Знаете что, задолбали вы уже со своим курортным сезоном. Надоело вот это ваше. Дайте денег, дайте денег. Нервы уже сдают. Успокойся, послушай ракушку. С вас 100 гривен. Женя, тут что, и ракушки такие? Всем хочется кушать. Кстати, не желаете фото с обезьянкой? А где обезьянка-то у вас? Нет, 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 спасибо. Мы не будем платить за фото с вашим сыном. Ну хорошо, можно он с вами сфотографируется? Зачем? На память. Бесплатно? Конечно. Ну, бесплатно можно. Сыночка, иди, иди, иди. Сыночка, как учили. Синуля, иди сюда. Смотри, какая память. Твои первые лохи. Ух ты, папа! Что? А можно я выставлю эту фотографию в интернет? Конечно, солнышко! Нет, мы вам запрещаем выставлять эту фотографию в интернете. Но это же наша фотография. Вы же не захотели платить. Женя, купи эту дурацкую фотографию. Сколько стоит ваша фотография? 200 гривен. Держите деньги и дайте сюда фотографию, немедленно. Вы знаете, вы здесь плохо вышли, я ее просто удалю. Женя! Раки, раки, вчера были маленькие раки по 3, сегодня большие раки по 5. Ну, хоть раки у вас по нормальной цене. Дайте десяточек. Эти и другие винтажные одесские шутки по 50 гривен за штучку. Раки захотели. Хватит! Хватит! Орать в свой рупор! Мой рупор! Хочу в него, я ору! Если бы он был ваш, вы бы орали в него сами, понимаете? Женя, я прошу, купи у него этот рупор. Сколько стоит ваш рупор? 1000 гривен. Сколько? А что не две? Ну ладно, две. Давайте хотя бы 1,5. Мы же так удачно сторговались. Дайте рупор! Прошу, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста! На! 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 На тебе! На! Вот видишь, папа, я же говорил, что торговать рупорами на пляже – это выгодно! Умничка моя! Мы будем жаловаться! Точно, будем жаловаться на вас! Жаловаться? Вот, пожалуйста, жалобная книга. У вас и книга жалобная есть? Ну, конечно. Я же законопослушный гражданин. Дайте сюда. Я вам сейчас такую жалобу накатаю. Угу. Есть ручка? У меня нет. И у меня нет. У меня есть. Давайте. 50 гривен. Сколько? За одноразовую ручку 50 гривен? Ну, как желаете. Давай, Женя. Ладно, ради такой жалобы не жалко. Дайте сюда. Пожалуйста. Но она не пишет. Стержни продаются отдельно. 500 гривен. Соберите вашу книгу. Видишь, солнышко, за 30 лет работы ни одной отрицательной жалобы. Я сейчас устно буду жаловаться. Вот, вот, где они у меня. У меня слов нет, одни выражения. Слушайте, вы, нет, ты. Мальчик, закрой уши.
Не надо ничего закрывать. Матюкнуться при ребенке 500 гривен. Мы будем жаловаться на вас, вашу общину. Я в ней не состою. Интересно, почему? Они берут за членство сумасшедшие деньги. Ну что сказать, такой народ. Никочка, я не могу больше так. Давай не будем приезжать в Одессу. Давай поедем в Затоку, в Бердянск или в ЖП. Нет, Женя, в следующий раз мы поедем отдыхать за границу, чтобы вас там не было. Я вас умоляю, мы есть везде. Я не могу. Видишь, мальчик, прикидываться евреем для бизнеса очень выгодно. Вижу, дяденька. Аренда шапочки 100 гривен в час. Аренда мальчика 200. Ты быстро учишься, мальчик! Идем! Ми відзначаємо найцінніше для українців свято. У День Незалежності даруємо патріотичні номери, бойові жарти та гумор воєнного часу. Козаки та козачки, запрошуємо вас доєднатися до наших концертів. 16, 17 та 18 серпня. Київ, Жовтневий палац. У День Незалежності допоможемо тим, хто захищає нас від ворога. Чекаємо кожного! Дизель-шоу. Ой, отлично, отлично вообще, на шопинг сходили. Ага. Я столько шматья накупила, и главное, все брендовое. Ага. У нас, наверное, такого уже никогда не будет. Ой, жаль, что это все подделки. Да. Ненормально вообще. С русским паспортом в брендовые магазины не пускают. Mm-hmm. Ага. Эти турки вообще борзели. Вообще. Надо вообще взять их и истребить за эту русофобию. Mm-hmm. Согласна. Хоть это был итальянский магазин, я бы все равно наказала турков. За то, что у них здесь все так дорого. Mm-hmm. Слушай, а че вообще в Сочи не поехали? Ты что, странная? Мы что, миллионеры? Чтобы в Сочи отдыхать? В Сочи. Тем более там сервис российский. А я хочу отдыхать нормально, а не драться с топчан. А вы что, в Крым не поехали? Ты что? Что? Как можно отдыхать там, где отдыхать нельзя? Странно. Одной женщине так понравилось. Она даже видео сняла о том, как в Крыму хорошо. Прям уезжать не хочется. Так душевно все. По-домашнему. Ага. Знаешь, хорошо там, где нас нет. Вот, и украинцы так говорят. Хорошо там, где нас русских нет. Ой. Слушай, а где вообще наши мужики? Наверное, в баре сидят. Мой Вадон все время только в баре весь отдых проводит. Угу, мой вечно как напьется, начинает орать. Тагил! Тагил! Он же даже понятия не имеет, где находится этот Тагил. А где он находится? А я почем знаю? Наверное, в Тагильской области. Точно. Мы вообще думаем, что Тагил это здрасте по-турецки. Вадон, давай, давай сюда, Вадон. Вадон, закрывайте все, все закрывайте. Вообще, капец. Вадон, сядь, сядь, Вадон. Вот с той стороны, Вадон. Димася! Что? Что случилось-то? Спецоперация началась. Какая? В Турции? Россия против турков? Не, украинцы против русских, но на территории Турции. Подождите, подождите. Вы что, бухие? Да.
Но это здесь ни при чем вообще. А, так а нахрена вы им сдались-то? А? Слышь, мы не сдались, мы русские не союза! А, тихо, Ладон, из-за этой фразы нас и начали бить, ладно? Так, Димась, ты можешь объяснить нормально, что происходит-то? Война, понимаешь, это капец, Наташа. Ты же говорил, что это спецоперация. Ну, украинцы ее называют спецоперацией по дерусификации отеля. Короче, нам капец, чтобы вы понимали. Подождите, в отеле очень много русских. Вы что, не могли попросить помощь? Не, ну мы, конечно, попросили помощи, но оказалось, что украинцы тоже по-русски говорят. Ну, и поэтому, когда мы помощи попросили, нам ввалили два раза больше. Ой. Ой. А оказалось, что они из Харькова. Фука, фука, фука. Тихо. Тихо, это они. Чё, украинцы? Ну, конечно, это украинцы, блин. Если бы это наши были, они бы дверь с ноги открыли, правильно мы? Кажется, ушли. Да. А знаете, почему они ушли? Почему? Почему? Потому что они нас, русских, боятся. Мы нормально, тихо сидели, никого не трогали в кафе и пели песню «Офицеры». Три раза мы пели, правильно, Ладон? В обед? Что в обед? В 6 утра, когда вы на шопинг поехали. Ну понятно, и что? Ну что, им не понравилось, начали что-то возмущаться, блин. Так подожди, как они поняли вообще, что вы россияне, мало ли там? Ты нормально, но мы же в плавках. Россия! Россия! Понятно! И они пришли вас бить! Не-не, это мы пошли им объяснить, что они не правы. Но они дошли. На ресепшене встретили украинцев, которые заселялись. Так. Ну и там, конечно, зацепились мы. Ну зачем? Вы не могли помолчать? Так мы молчали, они идут к нам такие. Я говорю, Вадон, молчи их больше. И они молчал. Такие, слава Украине! А Вадон такой, Динамо Киев, на! А дальше что? Ну а дальше что? Дальше там пришли другие, правильно, Ладон? Ну, подожди, да. Вы что, не могли позвать на помощь? Да мы позвали. И что? Пришла помощь. И тоже на! Это тоже были украинцы? Не, это были уже поляки. И турки. Да, и турки. Они сказали, будете с утра себя так вести, вообще вас выселим нахрен. А, так и сказали? Не, они сказали по-русски, но это очень обидно звучало. Но направление мы поняли. Вот, и оно как раз совпало. А на этом все закончилось? Ну, практически. Мы пришли, естественно, с Вадоном на пляж. Ну, мы нормальные люди, правильно? И взяли в аренду катамаран. А Вадон говорит, давай напишем на нем «Москва». Ни хрена мы! Ну что, Москва это Ива, это море, это Тагия! Ну короче, это что-то личное у него, я не знаю. Ну значит, мы такой катамаран, Москва написано. И такой вот он говорит, нам нужны флаги. И он снял, значит, плавки, и все, у нас есть флаг. Прям на пляже? Ну да. А ты? А я еще на ресепшене с флагом был. А потом? Ну, а потом мы вышли в море, идем, русская флотилия, бля. Вот, и у нас, значит, флаги развиваются, мы машем, вот. А тут на пляж вышли женщины и дети. И чё? Ну и все, и потопили катамаран Москва. Бомбочками. Прям бомбу скинули? Ну, практически. Девочка какая-то разбежалась. Хилдех рядом с катамараном. А за ней ее мама. Хилдех на катамаран. А потом их бабушка, крупная женщина, на Вадона попала. На этом уже все закончилось? Ну, практически. Значит, мы выползли каким-то образом на пляж, и тут уже вломили мне. Как? Кого вы еще зацепили там? Да никого. Помнишь, у меня футболка была с надписью «Путин», помнишь? Конечно же помню, это же я тебе ее подарила. Ну, ты да. Еще хвастал, что тебе с такой футболкой можно все. Оказалось, нет.
Мы, значит, я ж, ну, плавал, выползал, а кто-то, пока меня не было на футболке, к слову «Путин» и еще одно слово дописал. А я не заметил, надел и не заметил. А я заметил. Да, Вадон заметил, не узнал меня и вломил мне. И братан, я не был. Да, я все понимаю, Вадон, без проблем, тебя украинцы подставили. О, блин. А ничего, двери пилят? Ну да. Где они вообще пилу взяли на отдыхе? Ты нормально, это украинцы. Если они насобирали на свой спутник, что они пилу в Турции не найдут? Мне кажется, затихли. Это наш шанс свалить. Не-не-не, подожди. Сейчас гляну. Да, время. Да они просто сейчас пошли Арестовича с Фейгиным смотреть. Значит так. Мы идем в соседний отель звать на помощь. Там Игорь из ВДВ. Точно! Блин! Вадон, ты понял, почему с соседнего отеля дым шел? А, натуре. Все, больше нет Игоря из ВДВ. И отеля соседнего тоже больше нет. Подожди, подожди! Ты... Что было дальше? Дальше мы на пляж выползли, ну и легли отдохнуть. Прям на пляже? Ну да, везде ж в остальных местах засада. Ну. И чё? Ну и, значит, в этот момент Вадон подрался. Ну, снова. С кем? С Нерой. С Фанерой? С Халерой? С Агилерой? Да не, с Бандерой. Мы с бандеровцами. Не. Ну, Вадон, рассказывай, что там? Я Бандера навалял. Да, и он Бандере навалял. На самом деле, ему просто солнце в голову напекло, и он с лежаком подрался. И что интересно, лежак победил. А ты тоже, что ли, уснул? Не, я в этот момент в туалете был, ну там вообще капец, что случилось. Отравили? Не, в этот момент туда петарды бросили. Господи, это же покушение, вы полицию вызывали, что сказали? Да, сказали официальная версия, взрыв боекомплекта при неосторожном обращении с огнем. Это все фигня, надо возвращаться домой. Блин, как же мы отдыхать будем, если в первый же день столько приключений? Да послушайте, ну как мы вернемся, если у нас паспортов нет? Как? Это что, украинцы забрали? Не, запихали. Что? Ну... Слушайте, ну короче, там мы зацепились конкретно. Вадон начал что-то им про спецоперацию объяснять. Ну реально правильно все объяснял. А, короче, теперь, чтобы наши паспорта достать, Вадону нужна специальная медицинская операция. This is room service. Open, and I will clean the room. Не открывай, это они, украинцы. Так, может, это реально уборка? Ну, так какое, если они русский выучили, что им сложно, турецкий или английский выучить? Ой, я сам... Дима! Димасин! Дякую! Все гораст! Ты чё? Украинский выучил? Ну, блин, меня пара научила из Мурманска. Они на этой фразе здесь неделю продержали. Значит так, у меня есть идея. Мы звоним в наше посольство, и пусть нас спасают. Нормальная Точно. Идея, набираем. Ну? Если вас оскорбили морально, нажмите 1. Если применили физическую силу, нажмите 2. Если морально и применили физическую силу, нажмите 3. Если морально и применили физическую силу и засунули паспорт в одно место, нажмите 4. 4. За сегодня ваш вызов 1687. Ожидайте в очереди. Какой, блин? Не, ну это вообще капец. Что ну делать? Ладно, пока ожидаем. Да. Давай рассказывай, что было дальше. Да что дальше было? Дальше мы, ну, с эстонцами зацепились. А что вы с ними зацепились? Ну, потому что до этого латыши ни хрена не поняли, чем мы объясняли. А что вы им объясняли? Да потому что литовцы тоже не выгребают, блин. А что они не выгребали? Ну, мы им объясняли, что в Советском Союзе было круто, блин, вообще. Ну? Вот. А они не понимают. Вадон обиделся, говорит, хрен вам, а не газ. И чё? Ну, они ему туда и ударили. И газ вышел из Вадона. А потом пришли 2 армена. Там что, еще армяне были? Нет, 2 бармена. А. И они меня выгнали. Что? Не, выгнали его, выгнали. За что? Не знаю. Просто так.
Я просто сидел и кричал. Что? Ляо! Он спрашивал, где наши, Вадим спрашивал. Ага. И что? А потом пришли украинцы. И чё? И я обосрался. Что? Нет, здесь вы все правильно поняли. Какой кошмар. Наш бандера, Украина, мати, мы за Украину будем воювати. Ой, у Лузі червона каліна похилилася. Здалося, напевно. Тут точно наші. Гарного дня! Що? І пісню їх вивчив? Ну, просто, коли вони нас на рецепшені били, вони цю пісню пели. Капець, капець! Все, треба щось робити, на Вадоні живого місця нет. А це все тому, що Вадон хотів з українцями помириться. Помириться? Серйозно, да. Ну як, він сорвав з названня отеля букву Z і пішов к українцям, блін. А що українці-то? Ну, вони стоять, смотрять, а на них Вадон біжить, улыбається з буквою Z. Ну, вони йому і все, блін. Они же могли его убить! Не-не, Вадона могли турки убить. Вот, за то, что он сорвал букву Z. У нас же отель называется в честь иранской деревушки, правильно? Занус, а тут Z пропало. Так, Ленка, собирайся, пойдем разбираться, сколько там еще этих мордоворотов. Кого? Мужиков этих украинцев сколько? Каких мужиков? Мужиков из Украины не выпускают. Нас били женщины и дети. Так а голос за дверью-то мужской был? Да. Не, это та девочка, что бомбочкой прыгала. У нее голос сломается, возраст такой. Значит так, воины, принимаем слабительное, возвращаем паспорта и едем на Волгу отдыхать. Еще пару лет из страны нам точно выезжать нельзя. Вадон, погнали мы! Погнали! Дизель-шоу! Дедушка, улыбнись. Чё, зачем? Ну, сфоткаю тебя. А, давай. Эй! Чё, что-то это хило? Вот, внучка, сейчас техника. Раньше нужно было ждать, проявлять. Не дай бог засветится, а сейчас бац и все. Вот будет тебе про дедушку память. Дедушка, перестань об этом, я тебе и так запомню. Ты мне обещал робота купить, но почему-то не купил. Внучка, я как же я тебе куплю робота, если у меня деньги спрятаны в надежном месте? В банке? В банке 5-го размера. Дедушка, а вообще, где мама и бабушка? Ну где, где? Идут к морю, идут. Как это возможно? Они же раньше нас вышли. Внучек, а ты знаешь, сколько препятствий лежит на пути женщины к морю? Магазин сувениров, магазин купальников, магазин Парео, еще один магазин купальников. У них же есть купальники, зачем им еще купальники? Вот, ты становишься настоящим мужчиной. Перестаешь понимать женщин. Петрович! Горе! Что? Бочку с пивом не выкатили? Да не, я же не сказал беда. Я говорю, горе! Кольцо обручальное потерял. Что теперь делать? Что делать? Майку снять, махать и бегать. Очень смешно. Я реально спрашиваю, Вика увидит, убьет меня. Сань, ну, придумай, ну, скажи, что прилетела большая чайка с ножом. И отобрала у тебя кольцо. Петрович, вы дурак? Так не при ребенке. Ну, скажи, что специально снял, чтоб палец загорел. Я так уже 15 лет холостякую. Во. Вообще на другом пальце носят. Ой, во. Во.
О, смотри, какая. Смотри. Лёш, вообще рано еще такие вещи тебе фотографировать, понял? Давай лучше нас с дедом сфоткай. Хорошо. Где твое кольцо? А, ночью хоббит приходил. Ему там для какого-то властелина кольцо надо было. Я ему отдал, он завтра вернет. Только маме не говори об этом, хорошо? Окей. Саня, ну если малой заметил, то Вика тебе по-любому попалит. Блин, что ж делать? Короче, искать его надо искать. Давайте я здесь в песочке поищу, а вы идите в море ищите. А что это я в море? Вы же нам рассказывали, что вы бывший подводник. Так это же я все прям пиздец. Резонно ты говоришь, Саня, резонно. Вот то. Так, блин, где же, ну где же? Мамулечка, мамулечка, ну не обязательно душить продавщицу, чтобы выпросить себе скидку. Я ее в следующий раз вообще задушу. Вернулись? Ну, давайте, хвастайтесь покупками. Вот, купили тебе кошелек. Какой же это кошелек? Это ж просто плавки. Ну, я тебе сотню раз говорила, что без кармашка – это плавки, а с кармашком – это кошелек. А, что-то жарко сегодня. Зятек, открой-ка мне воду. А, да, да, конечно, открою. Леша, открой водичку, пожалуйста. А ты что, сам не можешь? Могу, конечно, но у нас же вон мужик в семье растет. Он же должен женщинам помогать. Правильно, Марина Францевна? Ага. Ты мне зубы не заговаривай. Ага. Что у тебя с рукой? Да все нормально у меня с рукой, что там? О, смотрите, кукурузу понесли. Где? Ну вот же, вон несут кукурузу. Ага. Да сейчас будут сюда идти. Да пока они сюда придут, все самые лучшие кочаны разберут. Идите, идите, покупайте. Доченька. Пошли на перехват. Мужчина! Мужчина, подождите! Блин. Саня, а? Танцуй! Нашел! Я ж вас не за пивом, а за кольцом отправил. Блин, точно. Саня, ну если уже принес, ну давай бахнем. Петрович, если мы кольцо не найдем, вы на моих похоронах бахнете. Саня, ну так это же отвлекающий маневр. Вика тебя будет бить, пилить, ругать за то, что ты пьяная, а за кольцо забудет, а? Петрович. Ох, Саня, Саня. Так. Мамулечка, вот не обязательно продавца кукурузы бросать в море, если у него кукуруза дороже, чем у остальных. А я папе скажу. Он выловит эту кукурузу, он все-таки подводник, хоть и бывший. Ну, так, сыночек, одень шапочку. На, панамку одень. Пап, дай ведро, я воды наберу. Сынок, ты что ты, отдыхай. Папа сам сходит, водички наберет. Стоять. Нам переодеться надо. Да. Мы сейчас придем. На, иди набирай свою воду. Уже не надо. Провокатор. Саня, Санечка, Санюля. Опа! На, подари Вике, задобришь ее. Держи, держи, держи. Петрович. Держи. Откуда? Откуда? От верблюда, у которого горбы спереду. Ну, он реально лежал, там никому не нужен. Че? Петрович. Сань, ну он реально был там никому не нужен. Ну нафига прикрывать эти вишенки на оладушках? Правильно говорить, вишенки на тортиках. Саня, я все видел. В сравнении с Мариной моей, там реально оладушки. Ой, идут вроде. Сань, ты чего? Ну ладно, я так дома перед телевизором делаю, но не на пляжешь. А может, я в Одессе себя чувствую как дома? Да. Ой, кошмар какой-то, просто кошмар. Саша! А, что? Что это? Не, в кошельке мелочь пересчитываю. Девчонки,
А чего же вы не переоделись? Да. Потому что кабинка для переодевания превратилась в туалет. Прямо на наших глазах. Ага. О, значит, мне туда и надо. Ну, не в смысле... Ну, как получится. Что? Саня. А? Ты Лёшу кремом для загара намазал? Какого Лёшу? Нашего. О, Господи, да намазал я его, намазал. А от загара? Намазал. А от комаров? Да всем я его намазал, вон, намазанный сидит. Сыночка, раз тебя всем намазали, можешь пойти покупаться, бабушка разрешает. Ура! Папа потом опять намажет. Ёх, вы представляете, туалеты в этом году сделали платными. Да ты что? Какой кошмар. Я не хочу купаться, вода холодная. О, а деда скупнется буквально по пояс, и водичка теплее станет, правильно? Правильно. Олег, не позорь меня. Возьми деньги, сходи в платный туалет. Вот моя Мариночка всегда была умная и благородная женщина. Благодарю. Хотя стой, одного тебя с деньгами отпускать нельзя. Я с тобой. Мариночка, там мужики, ты чё? Что я там не видела, иди уже. Мариночка, иди уже, что я там не видела. Саш, намажь меня кремом. А. Блин, она же даже спиной почувствует, что у меня кольца нету. Мужик, мужик, чё? Стой. Чё? Ты женат? К сожалению. Дай кольцо. Не снимается. Если бы ты до обеда подошел, помог бы. Блин, стой, стой, стой. Слушай, можешь мою жену кремом намазать? Ты что, извращенец, что ли? Я? Ты что, смеешься? Я нормальный мужик. Саня. Здоров, Саня. Блин, ну реально, намажь, пожалуйста, я тебе денег дам. Да? Саш, ну долго тебя ждать? И иду, иду, вот крем выдавливаю. На. Давай, давай. Вот, мажу, мажу тебя. Вот, вот, натираю, натираю. Ага. Ой. Ой. Сашка. Ага. Какие у тебя крепкие руки. Боже мой. Ну, так я же это, качаюсь? А. Да, скорее всего, накачиваешься вместе с моим отцом. Хорошо-то как! Боже, если бы я не знала, что это ты, я бы подумала, Супермен! Слушай, класс! Слушай, я вот чё подумала? Чё подумала ты? Чё? Я подумала, а что ты руку в песок засунул? А, в журнале «Здоровье» прочитал. Горячий песок от артрита помогает. Вот, лечусь. Слушай, а может, мою маму закопаем? Я тебе давно говорил уже на... Дурак! Ты, зятёк, видно, совсем из ума выжил. На старости лет начал пасочки лепить. Это я, Марина Францевна, с вас песочек собираю. Дурак! Давай, говори, что у тебя с рукой. Да все нормально у меня с рукой. Чего вы прицепились? Знаешь, доченька, у него там, наверное, татуировку сделал. С его именем. Баран. Очень смешно. Так, Саша, говори, что у тебя с рукой. Да, короче, пошел купаться. Там на меня медуза напала. Укусила меня всеми зубами. Вон, рука так распухла вообще. Смотреть страшно. Да, что вы думали, медуза такое дело. Вот Мариночку когда-то медуза давно укусила, так до сих пор смотреть страшно. Лучше бы она тебя за язык укусила. Так, Саша, хватит из меня дуру делать, что у тебя с рукой? Блин. Ладно, короче, расскажу. Ну, иду по пляжу, ну. Никого не трогаю. Тут на меня сверху бац! Чайка напала. Ножом. Здоровая такая! Короче, забрала у меня все деньги и... О, обручальное кольцо. Ты чё, дурак? Петрович. Я тебе твое кольцо повесила тебе на цепочку, чтоб ты, придурок, в очередной раз его не потерял. О, фу, господи. Саня, а я ж тебе сразу дельный совет давал. Надо было майку снять, махать и бегать. Но, хорошие мои,
если все так хорошо закончилось, давайте по этому поводу бахнем, а? А давайте! Я тебя бахну. А твое кольцо где, а? Мариночка, так а я его специально снял, чтоб палец загорело. Во! Ой! Во! Если я узнаю, что кольцо опять в ломбарде, я тебе не только палец, я тебе руку выдерну. Мама, папа, дедушка, бабушка, перестаньте ссориться. Давайте я вам лучше фотки покажу. О, давай посмотрим. Фотки, Валый же у нас фотограф. Ой, смотрите. Это дедушка. А вот это уже не дедушка. И не папа. Раньше лучше было ждать, проявлять, дай бог засветиться. Ага, это да. Мы что так стояли? Вот, это мы вас выглядывали, а эта девчонка случайно в кадр попала. Ясно. А два бокала пива тоже случайно в кадр попали? Так это же я вам купила кукурузе. Папа, пиво к кукурузе? Дося, у меня пиво ко всему идет. Ага. А это что такое? А это я подарок готовил. Что-то на меня маловат. А на меня великоват. Поэтому выбросил. Да, понятно, для кого это подарок, да? Это Петрович вот снял. А ты, значит, этим воспользовался, правильно? Не, ты что, Вика, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что мне, кроме тебя, вообще никто не нравится. Конечно. Я вижу! Что это? Это меня Петрович научил. Так, я так только перед телевизором. А тут подтверждаю. Спасибо. Опачки-топачки, ну как же ж так? Мы тут, значит, с малышом, а ты там с мужиками развлекаешься, да? А ты, значит, за это еще и деньги берешь? Ну, тут как раз наоборот получилось. Блин. Что это за фотографии вообще? Да нормальная фотография, он мама твоя, видишь? Вот это прикольно. Влезла. О, вот мы, да. О, смотри, какая семья у нас классная. Дед прикольный, ты мне такая красавица. Лёшка молодец. Да. О, а тут мы его бросали, ага. Лёшенька хороший. Какой красавчик. А, учитесь есть, правильно. Да ладно, вот. Вот что это! Все-таки, хорошие мои, как хорошо, что мы здесь все собрались. Да. А то, что с этими заботами, хлопотами, работами бежим все постоянно куда-то. Гараж, киоск, киоск, гора. Слушайте, всего лишь 7 дней здесь в Одессе отдохнули, а энергии набрались на целый год. Да. Вот, доченька, не думала, что такое скажу, но я впервые, зятёк, с тобой согласна. Да. Эх, жалко, что сегодня последний день. Да ладно, чего вы переживаете? В следующем году еще приедем, да. Отдохнем. Да. Приедем. Я извиняюсь. А тут, говорят, где-то за деньги можно настоящую женщину пощупать. Саша! Вика! Я тебя убью! Вика, ну что ты? Дизель-шоу! Ми відзначаємо найцінніше для українців свято. У День Незалежності даруємо патріотичні номери, бойові жарти та гумор воєнного часу. Козаки та козачки, запрошуємо вас доєднатися до наших концертів. 16, 17 та 18 серпня. Київ, Жовтневий палац. У День Незалежності допоможемо тим, хто захищає нас від ворога. Чекаємо кожного! Дизель-шоу. Здрасте. Здрасте. О,
Господи. Дамы, что будете заказывать? Значит, я буду вино Шота де Брильон только 74-го года, ага. Значит, я буду все-таки Шате де Брильон только 90-го года рождения. Ну, собственно, как и мой год рождения, да. Вы тоже по такой схеме заказывали? А вот вам еще одна пластика, и вообще перестанут приносить алкоголь, ага. А мне виски обнови. Матильда Борисовна, я понимаю, это, конечно, не мое дело, но это уже у вас шестое ведерко с утра. Женя, давай пошевеливайся, а то ты мне уже начинаешь нравиться. Сию минуту. Я не поняла, что-то вы его все время гоняете за шампанским. Черпайте из бассейна. Я еще там не купалась. Мне интересно, сколько вам в этом году обошлась путевочка? Не знаю, мне за нее муж платит. А вам? Столько же, ага. А вам? А я последний раз о деньгах думала, когда союз развалился. Смотришь, как в собственном подвале гниют миллионы рублей, а ты ничего, ну прям ничего поделать не можешь и купить нечего. А говорили сервис, ну шатается, нечего подложить, а? На, держи. Это же 10-й айфон. Это 10-й, мой 10-й айфон. А, все равно шатается, а говно твой 10-й айфон. Дай сюда. На, 2/5. О, теперь хорошо. Я ж всегда говорила, что пятерочка лучше, ага. Надолго приехали? Пока не закончится. Путевка? Следствие моего. А за что его взяли? За какие-то яйца. А, эти, Фаберже. Ну, он не уточнял, но сказал, сиди там, меня крепко взяли за яйца. И давно ты тут? Уже 3 месяца. Ой, боюсь, чтобы его там не посадили. Не боись. У нас в стране законы чтут. Еще никого не посадили. А вы давно тут? С февраля 2014-го. Ой, так это ж когда наши к власти пришли. Так это что, вы из тех? Из кого из тех? Из тех, кто думали, что будет все по-прежнему. И теперь все увидели, как мы были правы. Так это вы уже 3 года тут. Ой, представляю, как дорого обходится вам этот отель. Даже не представляешь. Это самый лучший отель на побережье Испании. 15 гектаров земли. Оплата персонала, бухучет, гемора куча. Так это что, ваш отель? Ну да. Ах и ох. Скажите, ого. Я тебе хочу сказать, детка, что отель это бонус, мы вообще-то остров покупали. Ух ты, а дорого приобрести остров? Я так на будущее спрашиваю, ага.
А у нас хороший адвокат. Он доказал, что вследствие движения тектонических плит наш остров каждый год сдвигается на 2 сантиметра. И что? Ничего, оформили как плод. Погодите. А чем же это ваш муж таким занимается, что у него столько денег? Да тем же, что и твой. Яйцами. Да? Кому надо, подкатывал. А потом кому надо, откатывал. Яйца-перекатчик он у меня. Так а где он теперь? В бегах, да? Да нет, сидит в прокуратуре 3 года. Бедненький. И не говори. Только вот должность не помню. То ли главный по борьбе с коррупцией, то ли главный коррупционер. О, бабы! Вот сейчас мы, бабоньки, Лен, отдохнем по-человечьи. Женя, выкинь-ка этого козла, а? Ой, брутся сюда все, кому не попадя. Какой-то вшивый замминистра, а все сюда же. Ага. Не говори, из грязи в князи, прямо из куяльника и прямо в крушавель. Ага. Слушайте, а мне что-то лицо этого официанта знакомо. Я его тоже где-то видела, ага. Так это бывший губернатор Кировоградской области. Мой его туда устроил, а потом сюда. А за барной стойкой бывший мэр стоит. А судья и прокурор в ваших номерах убираются, не видали? Мой добро помнит, яйцеперекатчик. А мой такой романтик. Он на нашу медную свадьбу подарил мне заводик по добыче меди. Да, на хрустальный заводик по добыче хрусталя. Я так понимаю, что силиконовую свадьбу вы каждый год отмечаете, да? Не понимаю. А вот мне мой, когда делал предложение, то подарил золотой заводик, ага. А мой просто решил меня побаловать и подарил шоколадную фабрику. Ту самую? Окститесь, девки, на ту самую даже у моего денег нет. Короче, завтра летим на моем самолете в Париж. Нет, я предлагаю на моем лайнере в Доминикану. Хорошо, тогда мой пилот привезет нам туда кофе и круассаны. Вай, шалавы! Имейте уважение, это бывший министр экономики и главный судья пошли. Так подождите, это их жены или любовницы? Я говорю, что это конкретно бывший министр экономики и главный судья. Просто их начали искать очень серьезные люди. А какие были мужики? Я вам честно скажу, что мы узаконили все свои деньги. Что, серьезно? Как? Как? Ну, по последней пенсионной реформе можно докупить себе трудового стажа, да? Так вот, я и докупил себе 100 тысяч лет трудового стажа. И теперь официально получаю 1 000 000 000 пенсии. Очень удобно, знаете ли. Знаете, прекрасная схема, но она с немножечко, мне кажется, получше. А мы 4 наших фирмы оформили на Тосика. А муж говорит, что нужно еще одну собаку купить, чтобы на нее ОАО оформить, да. А мою любовницу завел, чтобы 2 завода на нее переписать. Больше вам скажу. Я сама искала эту любовницу. И что, вы прям так доверяете? Конечно, человек проверенный. Жена моего любовника. А у нас, чтобы корпорацию оформить, бабка воскресла. Свят. Не, по документам. А еще мой задекларировал аж 300 миллионов, ага.
А мой 500 миллионов. Ага. Пенсия пришла. Ага. Женя, напомни мне, пожалуйста, этот ярдик снять. Конечно. Ваши напитки. Ага, спасибо. Где мой виски? Матильда Борисовна, забыл уточнить. Вам бутылочку? Ведерочко. Я же вас знаю. Еще одна ведерочка, и вы начнете ко мне приставать. Женя, ладно. Скажи тогда мэру, о, господи, этому бармену, пусть мне ведерко виски в номер занесет, а ты через час придешь и обновишь. А? Да, конечно. Кстати, Матильда Борисовна, там министр экономики разошелся по пьяни, пистолетом машет. Женя, я для чего тебе корочку набушника сделала? Припугни его, чтоб до ночи из номера не вылезал. Точно. А ну иди сюда, говнюк. Так я продолжу, ага. Значит, мы когда с мужем оформили все наши доходы, оказались на 10-м месте в украинском Forbes, ага. Ха! Мой Тосик на 7-м. Его даже на обложке напечатали, ага. Печататься в своем журнале считаю западло. Мы большую половину денег отдаем на благотворительность. Вот правильно. Мы тоже животным помогаем. Всяким там кошечкам, собачкам, бюджетникам там разным. А вы слыхали? Коммуналка подорожала. Тебе не пофиг? Конечно, не пофиг. 160 квартир, и это только на Печерске в Киеве. Знаете, как тяжело. Так субсидию оформи. Но если сами не вытягиваете, и вообще государство должно помогать своим гражданам. Девочки, скажите, а если у меня на день рождения Потап выступал, то это нужно было декларировать? О мелочах не знаю, а вот у меня на день рождения выступал Элтон Джон. Так мы задекларировали, ага. А у меня Элтон Джон пел Потапа. И знаете, душевно так. Пырышки-пупырышки, на-най-на. Да, так душевно было. Матильда Борисовна, Матильда Борисовна, у министра экономики тоже есть корочка набушника. Так поднимись за верховным судьей в 314-й. И вы что, думаете, он его испугается? Думаю, нет. Но кумовья как-то между собой договорятся. Точно, спасибо. А как вы вывозите деньги за границу? Через офшоры. Мы тоже, ага. А вы? А я в бюстгальтере вывожу. Да ладно. Как ты думаешь, для чего я все это делаю? Для красоты? Нафиг оно мне надо. Ой, правильно. Девочки, все деньги надо вкладывать в себя. В образование. В этот, как его, в интеллигент. Ага. Вкладывать в себя – это вкладывать в себя. В губы, в груди, в ягодички. Ой, девки, у меня от этих вложений очень дурные воспоминания. К нам, когда нагрянули с обыском, я в себя вложила около миллиона. И что я вам скажу, самые вкусные деньги – это фунты. А вот от бакса у меня изжога. Всем оставаться на своих местах, никому не двигается! Работает отдел по борьбе с коррупцией! Так, кто из вас, Матильда Борисовна? Быстро! Сердце. Больно? Пофиг, шо? Матильда Борисовна, вам от мужа подарок. Ой! Ой! Какой он роман! Роман. Ай, ай, ай,
ты хороший мальчик. Поднимайся в номер, я сейчас приду. И ты поднимайся. Матильда Борисовна, я реальный сотрудник. Хочешь остаться реальным сотрудником, поднимайся. Ой! А так вам! Хорош, деда! Гарно ти нас відлупцював, слухай, нас на засідання храм, коли ми там неправильно голосуємо, так не лупцюють. Хорошо, добре. О, це все завдяки вам, хлопці. А ще кажуть, що ми, депутати, нічого для людей не робимо, правильно? Як це не робите? Пенсійний вік підняли? Я замість того, щоб на пенсії рибалити, зараз оце вас війником тут б'ю. Та ладно тобі, діду, це ж не ми, це ж попередники. І попередники, так, про попередників казали. Дід, слухай, давай не зараз, а ти ж знаєш, що в країні відбувається? Ну так, так. Зараз саме час для прийняття законів про марихуяну цю і порнографію. Так а ми тут до чого? Це ж народ хоче. О, до речі, якщо ти згадав про порнографію, а ти можеш дівчат зробити? З вас? Дід, ти нормальний? Та ні, дівчат за викликом, ну. Виклич там когось таких з досвідом. З різним досвідом. А вам точно дівчат, а? Нам дівчат, а кого ще? Ну, депутати, вони хлопців викликають. Я просто подивився, що ви вдвох прийшли. Думаю, може вам більше ніхто і не потрібен. Так. Дід. Хороші ці приколи свої гнуть. Краще дівчат скоріше там приведе. Добре, добре, зроблю, давай. Хлопці. Капець. Ну що, ми для початку вип'ємо або нюхнемо? Та я вже куранув, тому буду доганятися моглом. Я пропоную, по-перше, перейти на більш звичну мову, зробити контршифт. Тому що ми ж вже не в раді, правильно? Камера вже не працює, можна віддихнути, Димон. Ні, я согласен, но ми ж якби язик практикували, правильно? Ну да, но лучше от дівчатки приїдуть, от тоді язик і попрактикуємо. Ну, хорошо. Алло, слухаю. Так, коментар стосовно мовного закону. Ну, я хочу дуже відповідально вам заявити, що я та вся наша фракція, ми виступаємо за те, щоб українська мова, лише українська мова, була єдиною державною мовою. Так, дякую. Блін, задовбали ці журналісти. Да, це капець, вообще. Розслабитися нельзя. Невозможно, да. О, кстати, надо за дедом проследить, чтобы он тут ничего не снимал. Компромат какой-нибудь. Толик, иди сюда. Толик, ты чё вырядился? Что, тревога? Да не, нема тревоги. То я так, про всяк. Я уже не первый раз с вами в баню ходю. Так, Толик, прекрати вот эти свои штучки. Короче, деда видел? Так. Сейчас он нам должен девочек подогнать. Ага. Ты там проверь все и запускай. Понял? Понял. Кого проверить, деда чи девочек? Толик, ты тупой? Не понял. А что я спрашиваю? Я ж тебя сам на работу брал. Толик, деда проверить, проследить, а девочек запускать. Понятно? Зрозумів. И это, ты сюда не заходи, понял? Слухаюсь. Я взагалі після того разу боюсь до вас без стуку заходить. Ты мне всю жизнь это вспоминать будешь, что ли? Иди давай. А после какого того раза? Да, Димон, не обращай внимания, ты что, Толика не знаешь? Ему что-то привиделось, там, послышалось. О, я тебе знаешь, что предлагаю? Что? Хочешь ощутить реально острые ощущения? А, я знаю, ты типа во время секса позвонить главе фракции, что ли? Не. Другой прикол. Короче, смотри, давай. Чё? Сюда вот, стульчики сюда ставим. Так, ну что? Вот, сейчас садись. Сажусь. Я сейчас тебе руки свяжу и себе тоже. А, ну нахрена?
Короче, я тут недавно попробовал. Вообще бомба. Специально перед приходом девочек связываю руки. Они когда приходят и видят перед собой связанных депутатов, я не знаю, что у них там в башке взрывается, но они такое начинают вытворять. Сейчас увидишь, ты прям кайфанешь. Да? Прикольно. Я вообще-то уже кайфую. Кайфуй! Кайфы! Кайфы! Вибачте, я не знав, що ви вже почали тут. Толік! Блін, я ж тебе сказав не заходити сюди. Та я б не заходив, але ж там та я прийшла, що послуги буде вам надавати. Звать? Ну, звісно, звать! Ага. Тільки вона якась чудна. Толік, ти теж чудний. Ну я ж плачу тебе за зарплату. Головне, щоб не страшна була. Давай. Я б не сказав, що вона геть не страшна, але на любителя. Але знаю ваш смак, вам понравиться. Зараз зову. Давай, давай. Ща кайфанем, братан. Ага. Ща, все, расслабляйся. Здрасте, хлопчики. Бабуля, вы чего? А, вы это, уборку делаете? Давайте потом, мы тут ждем кое-кого. Давайте, давайте, ага. Давайте. Я не уборка, я досуг. Какой досуг? Обычный, услуги в сфере досуга. Нал, безнал, обнал. Не волнуйтесь, все официально, ФОП третьей группы. 10% на ЗСУ. Я не понял, массажистка, что ли? Официально, да. Ну, а когда депутаты нас легализуют, то уже... Да мы никогда в жизни таких не легализуем. А, так вы депутаты, что? Блин, чем я сказал? О, а то, смотрю, рожи ваши знакомые. Ну что, девочек заказывали? Вот она я. Здрасте. Это какой-то прикол. Бабуля, это нереально. Да я же видел проституток, они не такие. Ну да. Они молодые, да. Симпатичные, да. Длинноногие. Ага. А когда они стареют, куда они, по-твоему, деваются? Как слоны уходят умирать на секретное кладбище проституток? Нет, дорогой мой, проститутка это как... Депутат и прокурор – это навсегда. Подождите, может и так. Но мы-то заказывали молодых и красивых. А пришла я. Не ссыте вы, у меня все официально. Можете мои услуги через Прозор провести. Толик! Толик, иди сюда! Толик, бабулю видишь? Так. Разберись с ней. Ага. А, не-не-не, я в ці ігри не граю, не. Толік. Не-не-не-не-не. Я ото після того разу, як до вас в Таїланді зайшов в номер, я до сих пір погано сплю, у мене кошмари. Толік, я не знав, що то мужик. Я не знав, що то мужик, я не знав, що то слонік. Доста. Толік вже не маленький, вже у так досвіда вже. Самі бабулю замовляли, самі її розбирайте тут. Зря, Толік, бабушки на всіх хватить. Толик! Блин! Знаешь, если бы я все это заранее знал, я бы хрен с тобой в баню пошел. Димон, ну там темно было, я не заметил кадык. Конечно, не заметил. А бабушка, можно вас на секундочку? Конечно, конечно. Бабушка, давайте поговорим. А как вас по имени... Багира. Никитична. Багир Никитична, ага. Тут, судя по всему, какая-то накладочка вышла, вы ошиблись. Мы, на самом деле, девочек заказываем. Да, опытных. Так и у меня опыта больше всех из девочек. Моя карьера еще при Брежневе началась. Как он целовался! Хочешь, покажу? Нет, 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 бабушка, бабушка, не нужно, послушайте, ну не бывает таких старых проституток. Ну как-то не бывает, вы же сами пенсионный возраст подняли. Да? Вот. Вот. Так мне надо пару лет доработать.
Дед, дед, иди сюда, дед! Дед! Шо, хлопці, гукали, шо? Дед, мы просили тебя девочек, кого ты нам привел? Хлопці, мені 83, їй 65. Так вона для мене ще дівчинка. Тим більше акція була. Какая еще акция? Обычная стандартная акция. Приведи друга и второй раз получи бесплатно. Какой второй раз? Да я и первый не хочу. Это поправимо. Бабушка пошепчет, помассажирует. Могу яичко выкатить. Не надо. Дед, вернись, дед! Нету деда. Есть бабка и все. Могу жучку позвать. А можно внучку? Такой репкой. Или бабка, или жучка. Бабушка, вон возьмите деньги. Вон кошелек, видите? Ой, вижу. Вы берите, вот все берите. И заказ выполнять не надо. Спасибо. Ух ты, спасибо тебе, говорят все депутаты плохие. Нет, хорошие люди. Грех таким хорошим людям и не отработать. Я говорю, вообще не грех. Нет, вы даже не парьтесь. Вы что, это вам компенсация за поднятие этого пенсионного возраста. Да. Тогда мало денег. Надо еще натурой отработать. Кто первый? Он. Подождите, бабушка. Это он заказывал. Я вообще больной, серьезно. Хорошо, я тогда с твоим другом поработаю. Да, отлично. А ты жди эту, Памелу. Андерсон? Никифоровну. Подруга моя. Вы ж двух девочек заказывали. Вот она едет, не волнуйся, она медсестрой подрабатывает, мертвого поднимет. Ты не это, женщине 80 лет, а выглядит на 77. Сейчас приедет. Бабушка, погодите, а можно отменить Памелу, пока она не приехала? Хрень тебе отменить. Человек на последнем троллейбусе едет. Вы ж на всю ночь заказывали. О, а вот она и звонит. Алло, Никифор, ты, ну что, едешь? Едешь. Ага. Что? Дома зубы забыла. Вам ее зубы нужны? Нет. Не, говорят, не нужны. Нет. А да, без зубов еще лучше будет. Чтоб по клиентам, ну так, на любителя. Чего? Мы еще и на любителя? Офигеть. Все, езжай давай, езжай. Все. Скоро будет. Ну что, кто первый? Я воздержусь. Я тоже воздержусь. Да. Раньше нужно было воздерживаться, когда вы за пенсионный возраст голосовали. А теперь все. Достаем мандаты, начинаем регистрацию. Не трогай, бабуля! У меня вообще-то депутатская неприкосновенность. Вот там вот у меня в пиджаке корочка лежит, понятно? Ага, ты эту корочку можешь теперь себе в задницу засунуть. А у меня, кстати, и такая услуга есть. Корка в задницу. Один, кстати, из ваших без этой процедуры не начинает. Да. Бабушка, не трогайте нас, пожалуйста. Мы все сделаем, все, что вы хотите. Врешь, гадина, врешь опять. Я твою морду запомнила. Она до сих пор с билбордов лыбится. Я ж к тебе на прием 2 года пыталась попасть. 2 года. Так бы и сказал, гадина, что с тобой для этого переспать надо. Не надо. Нет, это зачем вы? Не волнуйтесь вы, ребята. У меня все в порядке со здоровьем. Вот моя история болезни. О, от первой ангины до остеопороза. Все есть. А срамных болезней нету. Так, доктор так и сказал, в вашем возрасте уже не надо даже проверять. Вот так 10 лет назад сказал, так и не проверял. Бабушка, а может, надо проверить? Ну, хотите, мы вас в Феофанию пошлем? Я тебя сама куда угодно послать могу.
Кто первый, ну? Да, давай ты. Что я-то? Ну что, доведешь ее до инфаркта. Приедет скорая, и все, мы спасены. Да я сам первый, когда она разденется, инфаркт получу. Тоже ничего. Она сжалится, вызовет скорую, и все, я спасен. Что, воркуете, голубки? Слушайте, а может, вы едете, голубки? Чего? Может, вам мои услуги и не надо, может, вы это совместно? А вы знаете, да, мы голубки. Мы такие голубицкие голубки, уже давно голубимся вообще. Мы такие голубяцкие, серьезно, правда. Да, бабушка. Ух, так бы сразу сказали. Целуйтесь. Фу, блин. Снова обманули бабушку. Не стыдно вам. Никакие вы не голубки, вы эти, вы крутасы. Свои придумываете. Ладно, хотите извращений, будут вам извращения. Как еще извращения? Вот. Огурец. Вот. Моя штучка и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бабушка, а может не надо это все в нас? Ты же с дуба рухнул, что ли? Я на рынке была утром, и вас, сейчас я огурец портить еще буду. Я вот что искала, вот. А как вы будете мерить давление, если у нас руки связаны? А это не на руку одевается. Да, так, ребята, смотрите, может быть больно. Нет. Точно будет больно. Мама. Смотрите, если уже совсем не в моготу будет, скажите, что стоп-слово, чтобы я остановилась. Буряк. 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 Да буряк. Нет, я буряк забыла купить на рынке. А стоп-слово бромдегидрохлорофенилбензодиазепин. Как? Бромдегидрохлорофенилбензодиазепин. Фенил с бензодиазепин. Я его для памяти принимаю. Сегодня вот забыла выпить, и буряк забыла купить. Ну что, давайте начнем. А то если я и это стоп-слово забуду, этот поезд экстаза уже ничем не остановишь. Ром, иди хитро, Питра, Питра, хитро. Стоп-слово надо произнести в точности. Бабушка, то у меня вообще не получится. Что, такой молодой, я уже с грустным червячком. Ой. А у меня еще хуже. Опарыш. Ща. Ой, ладно, бабушка сейчас поработает, чтобы бубырка бубырилась. А может, не надо, чтобы бубырилась? Не хотите? Ну ладно, старый... Проверенный нет. Способ. Что? Стриптиз! Нет, пожалуйста, нет, бабушка! Не надо. Нет! Господи. Боже, какой кошмар! Глаза жжет! Я никогда не видел такого вытянутого Сталина! Боже мой, это же Эйнштейн с языком? О, нет, это, по-моему, это Маркс! Почему у него такая длинная борода? Ну что, бубырится? Не, у меня никогда больше бубыриться не будет. Бабушка, я придумал. Да. У меня там конверты в пиджаке. Нам сегодня раздали. Там куча денег. Там? Забирайте. Да. Вот, вы в пиджаке. Да. Вот там. И мои конверты тоже забирайте все, бабуля. Все, забирайте. Ага, так. Карта есть? Карта? Да, есть, золотая. Ага, пин-код? 2408, День независимости. Молодец. Ну, давайте, сидите тут, голубки. Голубьтесь. Пока. Ушла. Развязывай меня. Да как я развяжу там, блин? Ты же завязывал, давай ты и развязывай. Да как? Ну как, не знаю, зубами давай развязай. Да я не достану. Ну как хочешь, давай, доставай, давай. Да когда же вы закончите? Да, Толик! Что? Толик, я не могу ртом достать, давай руками помоги. А, не-не-не,
Вы и без моей руки нормально справлялись там. Толик, развяжи нас, идиота, кусок! А, развязать это я могу. Что ж такое? Ой, долго-то! Блин! Так, быстро, бабку, бабку догоняй! Что ж, конверты, деньги, быстро! Жди! А ты молодец, Никитична. Багіра, Никитична. Я думав, вони тебе розкусять. Та я сама кого хочу розкушу. Так, на дрона для ЗСУ назбирали. Так, добре. А через півгодини прокурори прийдуть. А ти знаєш, кого вони зазвичай замовляють. Так, іди, так, так. Передягай. Ми відзначаємо найцінніше для українців свято. У День Незалежності даруємо патріотичні номери, бойові жарти та гумор воєнного часу. Козаки та козачки, запрошуємо вас доєднатися до наших концертів. 16, 17 та 18 серпня. Київ, Жовтневий палац. У День Незалежності допоможемо тим, хто захищає нас від ворога. Чекаємо кожного! Клас! Буся, Буся, клас! Яна, зачем ты меня сюда притащила? Буся, если мы выиграем в этом конкурсе, то я тебе сделаю. Яна, если кто-то это снимет на видео, ты будешь делать всему министерству, чтобы меня не уволили. Бусь, я все умная, вот я тебе взяла очечки. Бусь, ты сам говоришь, что я самая-самая-самая классная. И я хочу победить в этом конкурсе лучшая пара отеля. Только рот закрой, ладно? Добрый вечер, дамы и господа. Ледими и джентльменами. До начала нашего конкурса остается пару минут. Собирайтесь, пожалуйста, это лучший пара отеля. Давай, давай, Викусь, погнали, поучаствуй в конкурсе. Да что ты меня вообще сюда тащишь? Что, тебе жалко со мной в конкурсе поучаствовать? А что ты своего кума сюда не взял, а? Вика, ты в своем уме? Сказали же, лучшая пара отеля. Так вы ж и есть лучшая пара отеля. Все ж бармены вас знают. Да что там бармены, все побережье вас знает. То на пирс без трусов, ой, то на брудершафт писаете в бассейн, то с горки спускаетесь стоя. Не надо, я не спускался. Хватило мозгов, поэтому ты тут, а кум твой в больнице. Ну ладно, не хочешь участвовать, не надо. А главный приз наш конкурс – это бутылка коллекционной виски. Вот теперь понятно, что это соревнование для вас с кумом. Мне тут делать нечего. А для девушки у нас президент ночью в президентский номер. Нет, подождите. Но мы же живем в президентском номере. То есть, если они выиграют, то мы будем жить с этими нищебродами? Яна, закрой рот. В наш отель 2 президентский номер. Нет, но они по-любому будут жить с нами, эти нищеброды. Просто помолчи. А еще у нас есть абонемент на спа-салон со всеми массажами. Саша, если мы не выиграем, я тебя убью. Скажите, а вот это вот, вот эти несчастные призы можно обменять на что-то более ценное? На бутылку рома, бутылку вискаря? Я тебя прямо сейчас убью. Ну что ж, я смотрю, что в наш конкурс принимают участие две пары. Я сказала тебе. Иди сюда, я тебе сказала. Да что ж такое-то, ну? Еще одна пара есть. Еще одна пара есть, мы участвуем в соревнованиях. Женщина, отпустите меня. Ты не представляешь, от чего ты отказываешься. Я не имею права участвовать, я официант. Правильно, вот садись, будешь здесь на время соревнований меня обслуживать. Садись. Все. Ага. Ну что ж, теперь, когда все собрались, мы можем начинать. Итак, все собрались. Стоять!
А ну, стоять! Кума твоего отпустили! Что, без меня хотели начать, что ли? Нет. Так, Микуля, дуй к детям. Давай, чеши отсюда. Давай, дуй к детям. Сейчас мы это золото с твоим мужем будем вдвоем выигрывать. Ага. Вам, пардон, ну я... Я Макарек, нельзя участвовать? Так. Вы что, офигели, что ли? Второй раз меня с Олимпиадой прокинуть не получится. Я из больницы, у меня все чисто. Не, если так все серьезно, хотите я здесь анализы? Нет, 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 не надо. Не надо. Не надо. Просто вам нельзя участвовать. А под нейтральным флагом можно? Нет. А у меня на трусах американский. Нет, это конкурс пары. А чем мы с кумом не пара? Ну. Мужчина и женщина. Да. Значит, вот этим нестандартным парам можно, да? Ты сейчас у меня опять в больницу вернешься. Мужчина, давайте с вами обменяемся. Сидеть. Я доплачу. Ты извини, старик, я столько не выпью. А что, если вы в наш семейный отель приехали без жены? Вы знаете, если бы он с женой приехал, то у него уже семья бы распалась. Это ж я у тебя такая, да? Хорошая, терпеливая. А Светка-то у него сразу башку снесет. А долго еще конкурс будет проходить? А то, может, она успеет приехать. А далеко ваша супруга? В Челябинске. Без меня не начинать. Я сейчас все решу. Хорошо. Ну, мы тогда будем продолжать, будем тогда знакомиться. Давайте первая пара, пожалуйста. Здрасте, меня зовут Яна, а это мой Пуся. Яна, не называй меня Пуся. Егор Григорьевич Крутоголов, замминистра по финансам. Закрой рот. Блин, Яна. Просто Пуся. Так, пожалуйста. Санек Витос. Ну что вы его слушаете? Меня зовут Виктория, а это мой супруг Сашка. Сколько вы уже дней у нас отдыхаете? 3. 7. Просто он помнит последние 3, когда кума в больницу забрали. Ага, да, пожалуйста. Сразу видно, знаете, что вы муж и жена. Ага. Скажите, вы женаты? Мы? Яночка, Егор, да? Я нет, Пуся, да. То есть у вас такой роман на отдыхе? Нет, у нас роман уже давно. Я год назад пришла в министерство работать, где... Закрой Егор... рот. Да-да, мы женаты. Классно! Так, а как, скажите, как вы познакомились? Слышь, у тебя что, других вопросов нет? Да. Вон вам куча пар сидит, ну к ним доколупывайся. Хорошо. Пожалуйста, третья пара, хотел бы вас услышать. Меня зовут Мариночка. А его? Сейчас. Боегузов Евгений Михайлович. Откуда у вас мой паспорт? Сынок, у тети 5 браков было. Ну, вот в паспорте, кстати, указано. Вот, вот, что я женат. Я женат. Да? Да. Смотри. Раз, два. Что вы сделали? Я освободила тебе место под измену. А вот, вот, у меня есть кольцо. Я сам. Очень интересная пара. Скажите, а как вы познакомились? Ой, вы знаете, так интересно, он спас меня от акулы. Да вы что, как это было? Да это было в столовой. Я ей посоветовал мне брать акулий стейк. Потому что он просроченный. Да. А она кинулась целоваться. Мой спаситель! Мой спаситель! Мой спаситель! Мой спаситель! Так и познакомились, я понял. Что ж, у нас очень интересные пары собрались, и когда все собрались... Стоять! Значит так, записывайте меня. Сергей Писаренко. И... Как ее там? Гляньте, хоть симпатичная? Нормально. Отлично. Значит, мы знакомы уже
Мужчина, недавно. Вы совсем передурок! У женщины процедуры в спа! Зачем вы украли ее с процедурочной? Слышь, это, ты не хулигань, давай иди отсюда. Я потом выиграю и поделюсь с тобой. Какую поделюсь? Я сейчас полицию вызову. Какую полицию? Их человек 6 приедет. Так, я а тут всего на 3 хватит. Я не знаю. Я собираю женщину. У нее жопка недомассажирована. Так, без меня не начинать. Я вернусь. Хорошо, мы тогда начнем первый такой конкурс совпадений. Вы будете отвечать на вопросы о своей половинке. Подождите, маленькое уточнение по поводу половинок. Просто левая или правая? А то у меня на левой там еще татуировочка не зажила. Яна, сядь. Подождите, а если вы хотите на бусины булочки смотреть, то не советую. Там не то, что апельсиновая корочка, там... Яна! Закрой рот! Первый вопрос, Александр, вам. Скажите, назовите любимое блюдо вашей жены. Мозги. Саш, ну какие мозги? Чё ты вообще несёшь? Так а чё ты мне 3 дня их чайной ложечкой выедаешь? Саша, да кому нужны твои проспиртованные мозги? Потому что у него любимое блюдо – это водочка. Водочка – это не блюдо, а напиток. А чё ж тогда его жрёшь каждый день? Ладно, ладно, пожалуйста, Егор, скажите, а любимое блюдо вашей девушки? Всё, что дороже 100 баксов. А название? А название я не люблю читать. Хорошо, Яночка. А что любит ваш друг? Меня и мой... Яна! Это просто вопрос про блюдо. Да? А я просто думала, что уже к интимным темам перешли. Извини. Ну хорошо, тогда меня и мой омлет. А, омлет, да, Егор? Да. Это правда? Ее и ее омлет. Давай дальше. Хорошо. Тогда мы будем, значит, продолжать. Стоять! Значит так, записывай меня. Сергей Писаренко. И как ты там мне говорила? $1. $1. Сергей Писаренко и $1. Стоять! Я тебе денег же еще не дал. Без меня не начинайте, ребятки. Хорошо, тогда продолжим. А может быть, у вас получится, Евгений? Какое любимое блюдо у вашей половинки? Да откуда я знаю? Я ее второй раз вижу. Ну, вспоминай. Вспоминай, что я хотела, когда мы с тобой познакомились, а? Я не знаю, у вас 16 тарелок в руках было. Дурачок, акула. А какое любимое блюдо у Евгения? Ой, не знаю. Но если я угадаю, с тебя что? Поцелуй. Я вообще не ем. Есть ненавижу. Я питаюсь солнцем и космической энергией. Именно это я и хотела сказать. Что ж, так получилось, я хотел позже начать, но вы начали этот конкурс. У нас конкурс поцелуев. Так, шоколадка, мы с тобой рановато пришли, пошли назад. А может, давайте по-быстрому конкурс поцелуем и по номерам, а? Да, я полностью поддерживаю. Давайте любой другой конкурс, я доплачу. Я перебью любую сумму, любую. Что это такое? Слушайте. Присутствие женщины – это чисто формальная вещь на конкурсе, да? Нет, она должна быть полноценным участником и желательно из наш отель. Блин, а я дурак ее с другого отеля тащила. Пошли. Так, продолжаем. Ну что ж, у нас пока не все участники готовы, мы продолжим конкурс совпадений. Александр, какой любимый фильм вашей жены? «Свадьба». «Свадьба в Малиновке» или «Большая свадьба с Де Ниро»? Да нет, свадьба в гидропарке с тетей Ирой и 100 ее гостями из Фастова. Она ее 8 раз в неделю смотрит. Понятно. А что смотрит, любит смотреть Александр? То же самое. У нее просто выбора нет, у нас телевизор один. Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас, Яночка, как? У Буси любимый фильм тот, который он не может достать. Это такой редкий-редкий фильм? Да, он находится в прокуратуре, и на этом видео Буся берет какие-то деньги. Да закрой рот!
оперный. Давайте же в номера, а! Ой. Слушайте, какие-то конкурсы у вас дурацкие совершенно. Ну, откуда я знаю, какой у него любимый фильм? А мы вчера только познакомились. Ну, вот я думала, что будет конкурс на раздевание, перекатывание из поштанине, вот конкурс поцелуя. Вика, я не понял, ты что, ей нашу свадьбу показывала? Так, все, я иду, ухожу, все. Свобода. Нет, нет, ты победил в моем личном конкурсе. Приз, ночевка у меня. Пошли. Стойте, стойте, стойте. Я согласен на конкурс поцелуев только здесь. Ну все. Сейчас мы точно будем с тобой это золото выигрывать. Буду в президентском номере через тебя виски пить. Я прошу прощения, нельзя участвовать с резиновой женщиной. Нужна настоящая у вас надувная. А это значит, настоящая сидит? У нее надута половина. А давайте так, если наш кум выиграет вместе с вот этой резиновой женщиной, то тогда приз будет безалкогольное пиво. Согласен, так и будет. Ладно, начинайте без меня, тогда пока. Так, далее у нас будет очень-очень динамический конкурс. Я попрошу вынести, пожалуйста, шарики. Шарики мы даем мужчинам. Мужчины берут шарики, кладут их себе на колени, да-да. А после этого их девушки встают и оп, шарик, лоп. И кто первый, тот и победил, понятно? Мы проиграли. Ничего страшного для вас, у вас есть запасной шарик. Ап, мы проиграли. Ты что, идиот? Это единственный конкурс, в котором я могла бы одержать победу. Это конкурс, в котором я бы мог лопнуть. Ну что, давай. Не, Викусь, в прошлый раз, когда мы на свадьбе этот конкурс делали, у нас Лёшка родился. Саш. Не-не-не-не-не, Яна, даже не начинай, ты потом меня не остановишь. Ну что ж, я понимаю, так у нас продолжают только две пары. Мы начинаем и так 3-4 переподготовки. Так. Слушай, я и только на лежак завалил, а там гвоздь, она как бахнет, понимаете? У вас скотч есть или клей? А шиномонтажка где здесь? Дайте я обезжирю ее. Так вы пригласите, пожалуйста, покиньте территорию отель. Ладно, начинайте без меня, сволочь. Что ж, ну этот конкурс как бы сорвал нам Сереженька. Вот, но впереди у нас самый важный решающий конкурс. Это фактически суперфинал. Успела? О, тут у вас эти конкурсы выигрывают. Вы кто? Света из Челябинска. Привет, кума. Здорово, где мой? Так он это, на пляж пошел и... Девочки, пляж у нас там. Я проводил, все нормально. Я так понимаю. Лапуля приехала. Это приехала ваша законная. Моя любимая, родная ласточка. Здравствуй, детка. О, не в духе приехала, да? Не в настроении, лапуля? Дорога длинная, да? Да, что-то не угадал я, да? Она же у меня быстрая. Она же чемпионка по прыжкам. Ей 10 тысяч прыжков, а она Челябинска здесь, да? Судя по реакции зала, никто не против, чтобы эта пара участвовала сразу в суперфинале. Мне еще повезло. Тогда у нас последний очень важный конкурс. Пожалуйста, встаем, девушки, девушки, где встаем? Закрывают глаза мужчины, девушки шаг вперед делают. Мужчины закрывают глаза. Вот начнем мы с вас, Александр. Начнем мы с вас. Ваша задача сейчас будет, вставайте, пожалуйста, на ощупь. На ощупь найти именно свою дрожащую супругу. Понятно? Готовы? Начинаем. Так, это... Это моя, давай дальше. Понял. Так, это...
На тещу мою похожа. Так, это... А что это вы мне пацана подсунули сюда какого-то? Подстава, да, я понял. Так. Вы сделали свой выбор? Подождите, не спешите, это же решающий конкурс. Ты, Кобель! Вот моя, вот эта, точно. Александр угадал! Подожди, подожди, я не понял, что сейчас произошло. Ты мою тёлку лапал, что ли? Я тебя сейчас угадаю. Спокойно. Оп-оп-оп, братан. А ты чё? Чё? Груди ему подставляешь? Я тебя сейчас как задушу, зуба стоял. Забери свою мартышку. Всё. Конкурс поцелуем начался. Конкурс поцелуем. Всё, Викусь, нормально. Мы выигрываем. Проституткой своей будешь выигрывать, понял? Это не моя. Все, не дотерплю. Вик. До президентского. Пошли умой. Помогите! Пошли умой. Никто не поможет, никто. Что получается, вы остались у нас единственные участники финала. Ну что? Доволен? Знаешь, а я знал, что мы выиграем это золото. Перейдем к конкурсу поцелуев. Нет, Свет, ну тебе же надо принять душ. Ты же из... С пробежки? Нет, с Челябинска. А вот как раз вы можете получить абонемент в СПА, там... А подарочный сертификат на чё, президентский номер? Ну чё, ты куда? Я в Челябинске. Дизель-шоу.